читаемый экран, навигация и спорт без лишних наворотов. Сегодня на распаковке смарт-часы Garmin Instinct. Комплект обыкновенный. Часы, кабель для зарядки и передачи данных. Документация. Смотрим на корпус. Он полностью пластиковый и легкий, 52 грамма с силиконовым ремешком. Несмотря на пластик, корпус часов прошел сертификацию по военному стандарту MIL-STD-810G. Он не боится воды, пыли, перепадов температуры и ударов. Для дополнительной прочности экран этой модели защищает высокий безель. И раз уж заговорили об экране, это монохромная панель с дополнительным экраном в верхнем правом углу. Он показывает меню, в котором вы находитесь, или дополнительные данные, как текущая высота или календарь. За счет трансфлективной технологии изображение на экране становится ярче при попадании света, поэтому под ярким солнцем к читаемости экрана никаких претензий. А для полной темноты есть подсветка. Экран не сенсорный, а потому для управления часами используются 5 физических клавиш. Часы заточены на спорт, а во время активных тренировок куда проще нащупать клавишу, чем водить пальцем по дисплею. Часы поддерживают 32 физические активности, среди которых есть бег, плавание, велоспорт, гребля, каяк, сноуборд, лыжи и другие. Однако в этих часах нет поддержки цифрового магазина Connect IQ, а поэтому вы не сможете загрузить новые поля данных для тренировок или циферблаты. Тут можно настроить только предустановленные экраны и метрики, а встроенных датчиках. Тут есть оптический пульсометр, альтиметр и барометр для определения высоты и GPS для отслеживания темпа и расстояния при тренировках на улице. Еще GPS полезен для ориентирования на местности. Полноценных карт тут нет, но можно, например, сохранять точки интереса, чтобы вернуться к ним позже, или задать направление движения. В последнем случае часы не дадут вам сбиться с курса. И заканчиваем на автономности. Часы живут до 14 дней при умеренном использовании и 16 часов в режиме непрерывной работы GPS. Подытожим. Эти часы подходят любителям спорта и походов, которые не хотят скрупулезно настраивать экраны и циферблаты с помощью Connect IQ. А если вам все-таки нужна доскональная настройка, присмотритесь к более дорогим моделям от Garmin.